там зажимают так? Ебанутые, что ли? Не, это турель. Работает. А ты опять тут построился где-то? Да, друг мой, мы живем в упор к нашему дому, как я и собирался. Ебать, ну все же нам пизда. Почему? Что, сегодня по плану? Играем целый день, лутаем, лутаем, потом приходят, нас и убивают, нормально? По плану все? Да, все по плану. Окей, работаем. У нас по плану захват двух домов. Охуеть. Да а я... чё это с печкой? А на улице? Да, на улице, блядь. Ты там тамбур. Там тамбур. Там шкаф. Ух, как, сука, все ярко стало. И с тобой попробуем сейчас зарейдить этого мудака, соседа. Какого? Ну, который ублюдок квадратик? На крыше был. Да, какой квадратик? А, так его зарейдили, ты не видел? Нет. А у него же нет полдома, там вот это только кругляш стоит и все. Да? Да, я и не тут знаю, топает там кто-то. Я смотрел, как бы нормально все было. А, ну хуй знает, может, восстановил. Ну и хорошо, если минус сосед, это уже идеально. Пойдем сейчас это сгоняем, посмотрим тогда соседа, если ты говоришь, что его вдолбали. Угу, пойдем. Но у тебя все равно, я вот видео вчера опять смотрел, у тебя вот эти ники сверху, они у меня просто как обведены черной полоской и белые, а у тебя они прям ебать светятся прям, я не знаю как так. Не знаю, я смотрю, у меня не светится. Не знаю, я смотрю, у меня светятся у тебя на видео. Но у меня эффекты, может, что включены. Хуй знает. Да-да-да, я пойдем. Готов. Пойдем. Правда, нас здесь могут ждать. Давай, что вози. Я так веду? Не, все путем. Все да тихо. Здесь веду прикропок. Угу. Ах, красивый рассвет, однако. Пойдем. Вот этот деревянный, который? Да, на скале? Да, да, да. Сейчас где там лазил, не зарыжено. Ну ты вспомни, у него рядом же подстройка была, чтобы залазить в дом. А сейчас ее нахуй нету. Это, видимо, они его и въебали. И факов поставили? Ну, я этого не видел. Просто вот здесь же у него... Ты бегал здесь вообще? Да вот, смотри, у нормально. Него вот здесь, вот где колючки, была такая верх пристройка, и чтоб туда подниматься. Как он здесь поднимается? Ух ты ж, блядь, нахуй. Ну так ее вдолбали, а это вот осталось. Вот эту херню, да, вдолбали. Вот, она прямо вот здесь стояла. Вот, вертолет, вертолет. Ну так основной дом, получается, не забрали. Да, 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 видимо. Вот идиоты. Они, короче, долбанули, видать, по фундаментам, что обрушилось. Значит, основной дом, мы туда можем прокрасться и выбить потолок. Ну да. И чё, в доме пересидим? А его собьют сейчас. Вертолет? Да, а, его да, ночью сегодня сбивали. Мажоры, читеры, пидоры. Мажоры, читеры, пидоры. А-а-а. Ой, столько ностальгии, да? Как мы да здесь... Да пиздец. Оборонялись. А сейчас здесь темно и сыро. И воняет. Чувствуешь, да, какая-то? Где-то кошка, сука, сдохла. Летит сюда. Ну, даже костер можем погреться. Ну, кстати говоря, да, комфорт, да. А то я там укололся. Это не шкаф, вот эту херню, короче, с тобой выбиваем. И попадаем вовнутрь здания, и там смотрим, где стоит шкаф. Хуя себе, все так просто? Ну, это как раз не просто, потому что там придется взрывать шкаф. Вот так вот. Поэтому давай сейчас кирочки намутим. И разобьем вход. Давай, так. Давай. Чтобы кирочки намутить, надо дерево. Пошел рубить. Давай. Так, я возьму тогда с собой металл, и там мы будем крафтить. Окей. Я взял с собой. В хуе все, есть. Надо перетащить. Я туда... Огнемет есть. Я там это, еще натаскал серы. Угу. В хуе, говорит. Ну, тут рядом с хуем было немножко. А почему ты так называешь-то его? Ну так ты не видел, какой он формы? Ну я видел, что он длинный. Ну он как хуй, яйца по бокам. Сука, ты где живешь? Хуе. Как пойдешь потом, глянь на него со стороны так. Так, вот все выбили. Видишь, у него двери все открыты. Где у него шкаф, давай думать. Мне кажется, вот за этой дверью шкаф стоит. Смотри. За... Вот за этой. А мне кажется, вот здесь вот прям. Вот здесь вот он. А ты видишь, что туда дверь идет? Я думаю, здесь что-то, какое-то помещение получается. И, возможно, там будет перевернутая стена.
Блять, ну мне все-таки хуй знает. Ну давай попробуем. Что здесь? А, хуй здесь, как мы будем выбивать? Вот именно, я тебе говорю, надо взрывать. У тебя-то не, нету понял, там... вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь у нас шкаф, это точно, вот, вот здесь вот прям. Ну окей, а что это тогда за помещение? Ну какая-нибудь, блядь, двойная дверь там, например, дверь первая и дверь вторая. Вот смотри, эта дверь ведет сюда. Подъем что ли тупо? Я не понимаю. Возможно, кстати. Подожди-ка, я железо просматривай, смотри, может увидишь что. Твою мать. Это Феникса нужен широкий глаз. Не понимаю. Мне кажется, он так оставил дверь открытой, типа, если будут рейди, подумай, типа, о, все, нахуй рейди, тут все зарейжено. А вот здесь, мне кажется, ящики и ниже ящики. А вот здесь шкаф. Прям жопа чувствую. Бля, ну нам его шкаф нужен. Ты хочешь дом этот забрать? Да-да-да. Угу. Ну, от него идет билдинг блок, во-первых. А во-вторых, если они рейдили, у них будет привилегит. Вот, и смотри еще, видишь, где я? Угу. Вот эту херню надо выбить. Это тоже шкаф. Здесь 103 есть этого ХП. Угу, вижу. Вот. Поэтому. Поэтому времени так, до отключения электричества. О, тихо, сколько тихо, у меня? Тихо. Сейчас скажу, 7:15 сейчас. У меня где-то в 9, 2 часа у нас есть. Буду делать психи эти. Короче, у нас либо вариант такой. Бля, пошли с тобой до этого члена. До куда? Пойдем, пойдем. Перенесем оттуда. Надо это. Либо мы возвращаем дом, наш основной. Взрываем стенку. Либо с этими мутки мутим. Давай лучше с этим Бонни, потому что наш дом это пизда. Они почему? Уже его и знают весь, потому что, ну, блять. Да нихера они там не знают, там же внутри можно и тамбуров понаставить, и что только это. Они взорвут первый, второй, третий этаж, все. Дальше-то они нихера не знают. Тем более, он самый выгодный, он самый близкий к врагам, откуда можно стрелять. Поэтому пока меня не будет. Вот там... сюда встань, как он выглядит, скажи. Ну да, подумаешь, фонарик. С квадратными яйцами. Фонарик, я не знаю. Ну ладно, сука, извращенцы. Я тут дверь поставил, кстати, вам. Угу. Заходи. Кто-то идет? Тихо. А, это олень. Тут нормально лут у нас. Угу, о, металл есть даже, нихуя себе. Сульфура. Так, сейчас я весь соберу. С адекватища еще. Больше трех... А, 3000 сульфура. Угу. Так, здесь забираю огнемет, да? Да, броню можешь. Броню починим. Ну, некоторые вещи здесь оставляю, типа арбалеты как раз окей. С нычки бежать. Окей, так у тебя у одного здесь спальник. Да? Да. Тебя только я бросал и все. А что ты тут писал, что опасно? Аккуратно, блядь. Ну ты это... здесь колючки. Здесь где? Колючки, вот здесь, вот прям за стеной. Либо они сгнили уже, сейчас я гляну. Они, наверное, сгнили. Ну они кололи Димаса. Нет, вот она. Вот там, если к стене подойти, идем сюда. К стене. Да я понял, понял. Ладно, погнали, у меня 3000 сульфура. Пиздец колется все в жопу прям. А, прикинь, вот с этим соседом. Который вот этот, no, видишь, с вывеской. No. No. Вот. Забежал к нему в дом, а у него дом ловушка сплошная, понял? Нихуя себе, что вот. Там за ловушка? А он спрыгивает откуда-то сверху, закрывает за тобой двери, как Спайдерман. Нормально. И так потом он... пиздит тебя, да? Да, но только он меня накормил и отпустил. Прикинь. Нормально. Погнали дерево добывать. На печке. Пойдем. У нас печки пустые стоят. Я думаю, первый дом будем забирать наш, все-таки. Окей. Ну вот, бобсы я делаю, так. Угу. А у тебя порох еще не открылся? Сейчас скажу. Он на 12-м открывается, у тебя какой? Нет, у меня почти 12-й, там писька осталась прям маленькая. А, мне до 19-го осталось маленько. Так, и надо, короче... Блин, химик. А кирки Бонни, у тебя открылись? Вот сюда маленький ящик, вот сюда куда-нибудь, да. У тебя вот кирки открылись? Сейчас скажу. Да? Во. Кирки топоры открылись. Делай кирки, будем открывать шкаф. Окей. А там что, мягкая стена есть? Я ж ты сказал, где шкаф находится. Вот он. А, наш вот. Шкаф, понял. Да, да, да. Вот этот шкаф разобьем. Окей. И поставим армированные двери туда. Окей. Готово, 19-й левел.
Нормально. Ты что? Ты что? О, кстати говоря, этот... Короче, херня, блядь. НПЗ-ха открылась. Да, она нахуй не нужна. Нужна, здесь животных нет. А шарик топливо дает. Ну, хотя... Так, а у меня как раз гранаты скрафтились. Смотри, печки минус. Раз. А вот смотри, и шкаф. Единственное, что печки будут мешать сейчас установить дверь. Да, застроить. Так. Ну, сейчас попробую, прикинь, прокатит. А попробуй двойные. Не-не-не, двойные. Нахера двойные? Тогда прокатит. Какие двойные, блядь? Они будут железные, армированные, у меня еще не открыты двойные. Ну вот именно. Так, делаю кодовый. Так, и делаю армированную дверь. И все путем. Правда, через печки ты, наверное, не достаешь, да, до шкафа? Достал, достал. Не, достал? Да. Каким образом? Ну, блядь, обычненько. Вот так взял, достал, вот, достаю. Авторизовался и авторизовался еще раз. Что-то ты врешь. Блять, говорю, достаю. У тебя что, руки длинные? Да. У меня не только руки длинные. Но и ноги. А, вот нашел. Ага, да, надо будет сделать. Вода, выпил, принеси. Угу. Сука. Надо еще ведра принести сюда. Там ведро есть одно. Так я его принес туда? Или это еще одно есть? Не, одно было всего. А, ну вот, надо еще одно. Так, ресерч устанавливаю, багу его, короче. Uh-huh. Напротив дверей. Uh-huh. Чтобы защита, да, если что было. Да, пиздец, чтоб. Нахуй. Но нету ее, все, пизда, проебали. Как нету винтовки-то? Нету, нету, все. Ага. Я с какой-то амазонкой иду в рейд, отлично. Блять, нам еще один ящик нужен большой. Не помещается нихуя. Да сделай, сделай. Сначала заберем наш дом. А, все. Нашел. Оп. Я готов идти пиздить их. Кого? Их? Нашу хату? Да. Последняя докрафчивается. Главное не отлететь, пока закладываешь. Димас, глянешь за мясом, пока мы отошли? Да. А, как я тогда склеялся, блядь. Пошли. В рейд, блядь, в рейд. На подставной рейд своего дома. А, окупились, блядь. Давай все рез туда перенесем, скажем, окупились. И будет у тебя 1500 просмотров. 100 500, точнее. Боже, да здесь же нет дверей. Тихо. Палишь? Закидываю. Да. Давай. Отличное начало. Отлично. Предчувствую, там 1000 серы. Да что за говно, блядь? Тихо. У нас тут все разлетается, я не понимаю, блядь. Каждый взрыв что-то отлетает. Сейчас нога моя отлетит, на. Ух ты, блядь, я подстригся. Сука, кажется, кто-то ходит, или это олень какой-то. Пойду гляну, ну нахуй. Да, блядь, запрыгни, свин. Да говно, а? Ой, блядь, я слою, вот убегай. Убегай, 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 их трое. Понял. А, блядь, у меня 3 хп, хилюсь. Отводи их, отводи. Отвожу. Не отвожу, они за домом, там же. Понял.
Я хилюсь, мне очень плохо. Как это так? Нихуя они меня нахуярили. Смотрю вход задний, который центральный. Привлеки их, постреляй по ним. Я отходи. Отхожу. Идут, по-моему, на меня, да? Нет, они открывают окна. Окна открывают? Да-да-да. Откуда это стреляли, блядь? А, они на втором этаже, вон наверху. Понял. О, я умер! Я около дома умер. Димас, лутай меня, уходи быстрей. Давай-давай, я здесь жду пока. Ко мне уже кто-то идет. Они подошли. Тогда я не пойду. Да, да, не надо. Твою мать. Да пиздец. ЕГТ Блуди Део. Выхожу с дома, пизжу их. Угу. Я здесь жду, пока не рыпаюсь. Угу. Блять, а пешку? Блять, пешку не хочу проебать. Ладно, лук какой-нибудь возьму. Так, так, верхний арбалет ящик, пойдет. Верхний, или какой там, да, вот, нашел. Так, а стрелы... Димас, там стрелы есть? Все, какие есть, все должно быть в том ящике. Я все сложил, такое, понял, оружие нет. К оружию. Фу, блядь, ну, сука, ничего нету пострелять. Сейчас я просто стану на стрелы тогда. Надо стрел сделать? Да-да-да, быстрее только. Там как-нибудь... Наоборот, пробовка. Пускай они уходят, пускай они уходят. Все, я стал на стрелы, но это не быстро, сам знаешь. Все, у меня труба. Иду, иду, не иду. Минус один. Отлично. Че, Димас, хотя бы три есть? Давай, заряжай это говно. Нет, еще хим нету. Понял, я иду так. Минус второй. Все, иду, быстрее. Все, я тут. Вышел. Добил. Хорош, иду. Себя пока не лутаю, чисто к тебе иду. Давай. Пешку взял. Отлично. Я подхожу. Быстрее. Иду, 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 иду. Это они бегают по... Я внутри хожу, быстрее. Понял. Я в нычке. Это я. Я. Одевайся. Лутаю. Хватай лут и уходи. У них нормально тут. Я СНГшника убил. Твою мать. Фух, сука, блядь. Хим, ты далеко от дома, подлутать тебе? Сзади дома прям. Так. Я лутаю, жди меня. Давай, давай. Добьем потом. Блять, 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 вместо киянки. Так, вместо бинтов уходим. Все, давай. Пошли. Закинь меня обратно. Блять, у нас ящика нет большого, сука. Да скрафтим сейчас, скрафтим. Кто возле дома шатается? Это Димас. Хим, нашел меня, отлично. Да? Да, там у тебя не было нихуя. Иди в тот дом еще залутай до конца там. Охренеть, братан, я с двухстволки затащил. Да, красава, красава. Охренеть, блядь. Все, так. Ладно, Димас, никуда не надо идти. Так, все, подожди, у меня руки трясутся, блядь. Мне надо сделать вот неплохо, все. Неплохо, неплохо. Мне надо все сделать. Так, что мне надо все сделать, блядь. Так, делаю ящик. Огнемет плюсом. Так. Так их трое, ты сказал, было? Да, трое было. Я трое обоссался, видел. Что ли, третий? Я хуй знает, Бонни, но трое было, это 100%. Прям, блядь, даже не 99, а 100. Понял. Нихуя, это двустволка, как пушка стреляет, блядь. Да. Ебать, я думал, потом, блядь, это. Я думал, ты их сишками закидываешь, ну. Там минус один, думаю, нихуя, он сишки кидает в них. Сами винтовку вернул. Ага, отлично. Тоже последняя сишка побегу. Осталась туда докинуть и замуроваться. Есть у меня сишка. У меня есть сишка. Откуда у тебя? Не знаю, с него подобрал. Понял. Так. В хил кидаю хил. Так, патроны сюда закидываю. Ящичков мало, еще бы ящички. Я делаю, делаю. Это они? А, это Диман. Ищи тут возле готов? Бочки. Да. Угу. Хим, ты оделся? Да, да нормально, да. Все. Так у меня броник поломан, но похуй, там золото, видел у него. Все. Они, скорее всего, там ждут уже, так что аккуратно. Угу. Возможно, один их тот там ждет нас. Третий. Никого? Не вижу пока. Этажи. Пусто. Проверь. Этажи. Сейчас. Проверь.
Сейчас. О, броня хорошая, лутаю. Где на броник у меня поломано? Я кидаю. Давай. Пойду на этаж гляну. А как я тебе тут проверю? Тут все закрыто. А, вот, нашел. Все, выбил. Угу. Выписал. А застроить взял чем? Блять, идиот. Угу. Бегу. Давай, я тут пока подожду. Давай, давай. Вот дебил-то как и забыл-то, ё-моё. Нервы, 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 блядь. Нормально. Все. Все. Все, дом наш, отлично. Застраиваю дыру эту. Все, зашибись. А, вот еще. Здесь еще. И на втором этаже еще. Ну, второй этаж потом. Главное, первый. Так. А у меня еще есть. Дай-ка пройду. Кажется, идет здесь, кто-то. Есть, да. Иди сюда. Жду, наверх. Двое. Наверх, наоборот, наверх залезай. Бля, чьют. О, успел, блядь. Минус один. Походи. Похода минус один, слышь. Здесь есть на этаже. Понял. Хедшот минус. Еще один где-то топает. Арбалетчик наверху. Понял. Наверху, над тобой. Понял, понял. Где пешка была? Не знаю. Внизу была Бонни. Понял, иду. На первом. Так, этот спрыгнул, возможно, либо наверху сидит. Давай зарашу его. Я уже здесь. Пошел, на первый. Еще выше поднимаюсь. Хедшот минус. Все, труп. Забрал пешку. Давай, давай, я наверх иду. Угу. Ну, сука, крысы, блядь, завелись у нас тут. Лови. Где хуй. Он? Да я его убил. А куда верхний-то ушел? Пешку забрал, верхний. Да? Да, пешку я забрал. Все, я сейчас застраиваю. Так а что, у тебя места нет? Нету, все, я фуловый. Понял. И того нужно залутать. Где, того где, 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 где? Вон где? Он, вон, на входе там лежит. Этого залутал ты? Нет. Понял, этого залутай тоже. Фу, нормально. Главное, мы забрали свой дом. Да, да, да. И уходим, давай уходим, они сейчас опять придут. Но они не близко живут, потому что они бежали долго. Угу. Их почему-то опять двое. Да. Все, в дерево хотя бы загрязил. Да, все, пойдет, теперь пойдет, никак все, не зайдут. Есть, пешка нульцевая, прям нульцевая, сука. Отлично. Ну как они не зайдут? Они там по печке так же поднимутся, как я. Не-не-не, я имею в виду, что сбоку не зайдут. Угу, теперь угу. Только через печку, а не через вход. Дверь сейчас крафтим, поставим, и никто не зайдет. Фу, блядь, вот эта война нормальная была. А, антирейдеры, херово, блядь. СМГ-ха, СМГ-ха, братан, мы тащить будем. Да, да пышка, это уже заебись. Я пышку сразу кидаю на изучение. Так, дай листы, там СМГ сразу 7. Изучу. Так. Я сначала чекну, что на СМГ надо и что на это. Я надо. Двери делаю, замок, пока у меня свет не отрубили. Ага, а то отлично. Сейчас на самый нужный момент вырубят свет и все. У меня же я авторизован. А, ну да. Есть на кого положиться, да? Делаю железные двери пока, похер. Замок делаю, все. А где СМГ Димас уже спиздил, понял. А он по этим разложился нормально. По ящикам. Так, я пошел в хату ставить. Шесть дерево. Ага, давай. Замок. Смотри, они, походу, аккуратно. Слышь, они не спалили то, что мы здесь живем. Угу. Думаю, трейдили. Так, а где дерево? Кто здесь бегает за мной? Я дерево сейчас добываю, там, по-моему, нет нихуя. Угу. Так, чё, 94%? Давай-давай. Есть, 10 штук. 10 штук, отлично. Да, и пешку изучаю, 70%. Давай. Фух, поехала. Давай, родная, изучись, сука. Вот я лучше буду с пешкой бегать, чем с СМГ. Всё путём, дверь стоит, есть, дом 10 наш. 10 штук, ура, блядь. 10 СМГ, 10 пешек. Угу. Так, патрон изучаю. Херда ты там наяриваешь. Угу. Блять, броники бы еще изучить. Попробую так изучить. Нет, патрон минус. Еще изучаю. Патроны могу дать, Бонни. Сейчас, подожди-ка. Готовься. Они голые. Точно? Да. Открою первую дверь. Они голые и с пешкой. Блять. Димас, ты голый? Да, голый. Иди сюда на секундочку, пожалуйста.
Они голые, голые. Сядь вот сюда, если что, дверь закроешь, я сейчас буду стрелять по ним. Так, у нас винтовка была же, Сэмми. Да. Сейчас я ее возьму. Трубаем. Хэдшот, нахуй. Ой, второй отец, ты как голый, Бонни? Ну, ну, один голый был, говорю. Ага. Сыка мрази. Главное, чтобы у них сыка не оказалось. Хэдшот. Хэдшот. Лежать, суки. Отвлек его. За домом слева. Ах ты сучка такая. Ага, отвлек его опять. Не попасть мне с берданки нихера. Надо снизу стрелять. Дима, закрой пока. Беру пешку. Открывай, Дима. Дима, открывай. Она не открывается, блядь. Так, с другой стороны гляну. Угу, я с пешкой. Хэдшот. Их трое. Иду. Лекалок не хватит, пацаны. Ага. Ну кто? Так. А. Я сверху дома пойду гляну. Давай, аккуратно только. Угу. А, у меня вторая пешка скрафтилась, сука. Хэдшот. Ну чё, хуй говори, постреляемся. Блять, мне хэдшот, закрой. Нормально все. Не, нормально все. Два хэда я ему поставил, нихера себе он живучий. Они одетые, пришли уже. Так, иду сюда. Ой, ой, в смысле я за стеной умер, блядь? Лаг был. Ёбаный. Так, где моя винтовка? Сука. А где моя винтовка? Оболтал, что ли, её? Нет. Нет, нет. А где она? Она здесь упала, я видел прям на тебя она упала наверх. Подожди-ка, может она здесь где-то? Чё за херня, где винтовка? А где моя пешка? Так, Диман, твое дерево, короче, пока стыдло. Не надо мне лекаться. Нету винтовки? Что? Куда она делась-то? Нет, не вижу. В кустах, что ли? Вот она, в натуре. Открывай, открываю точнее. Они справа. Они, по-моему, куда-то ушли. Подожди, стой, закрой дверь, давай, я зайду туда, откроешь, и я выбегу гляну. Угу. Давай. Нету? Пока не вижу никого. Сейчас, оббегу дом кругом. Нету никого. Окей. Значит, можно дальше строить. Угу. Я дальше пошел изучать. Но они, возможно, за сихами пошли. Ну да. Тогда я патронов еще скрафчу. Угу. Идут от шарика? Да. Ой, блядь, их много. Вижу. Ой, блядь. Попал. Три раза. Иду. Хэдшот. Минус один. Отлично, иду.
Ёбаный, блядь, ящики, сука. Бегут к нему. Я ему 3 раза топором зарядил. Блядь, мне хэт. Лекаюсь. Давай быстрее, сука. Лекайся, лекайся, лекайся. Ох, как. А вот здесь ремонт не Бонни? Кого ремонтить? Кого, блядь? Вот здесь потолок. Нахера? Чтоб 2 выхода было. Чтоб 2 выхода. Как мы с одного стрелять будем? Да труп надо контролить. Видишь, лежит труп? Да, да. Они под нами, под дверьми стоят. Сейчас я копье сделаю. О, блядь, он ко мне уже бежит, смотри. Сука, все. Проебал. Попал 2 раза. Где он? Вон он. Вон, вон там, за этим домиком поломанным. Вон. И один вот здесь внизу. Вот он внизу один. Под нами прям. Попал по нему 2 раза. Блядь, не вижу его. Вон один уходит, где массу идет. Блять, свалил меня, свалил. Понял. Меня. Иду поднимать. Аккуратно, он может, я ему хэд поставил. Ты куда прыгаешь-то, блядь? Поднимаю, блядь? Да я поднимаю тебя. А, ё-моё, я думал, ты к нему прыгнул. Не-не-не. Сука, не могу поднять сейчас, сейчас пробую. Быстрее, быстрее, поднимаю. Быстрее. Угу, лежи, лежи, не шевелись, только не шевелись, только не шевелись. Отлично. Всё. Аккуратно. Этот лутает труп. Труп лутает, труп лутает. Стреляй. Минус. Молодец, молодец, не дал ему. Сука, у меня спальника нет, сейчас быстрые пятки пригодились, блядь. А какой у тебя спальника нет? Ну, тот же кулдаун у меня. Блядь. Да кулдаун не кулдаун, мы отобьемся. Лекаюсь. Один вот там, я его вижу. Он не дать труп ему просто облутать и все. Окей, говно вопрос. Где он? Вот этот, который наш, где вот этот, который меня убил? Да вот здесь где-то он под домом прям сидит, хуй. Вот где он именно сидит? Давай спрыгнем его, зарашим. А, вон он, где наш основной дом оббегает. Один. Видел. Но это не тот, тот черный бежал, а у нас белый стрелял по нам. А, так. Они уходят, можешь залутать того как-то, сука. Спрыгиваю. Давай я попробую, ты прикроешь. Не надо, не надо, ты прикроешь как раз. Окей, давай. Блять, ладно, прыгаю. Аккуратно, Бонни. Оп. Ага. Стреляют. Откуда, не пойму. Понял. Так, топливо. Пешка. Ага. Броня. Забрал. Топливо давай, у него давай. Забираю. Зеленые патроны забрал. Угу. Ухожу. Давай, отлично. Шикарно. Путем. Сука, опять мы их агрим. Ебаный вред. Все нормально. Так, пешку скидываю. Отлично, отлично. Плюсом еще. Фу, жесть. Это да, неплохо. Так, одену новую маску тогда. Угу. Броник получше. О, зелень, отлично. Че, сучонок, больно? Иди нахуй отсюда. Все, слаги зарядил. Вот это точно будет больно. Так, надо два шприца еще взять. Так, где они были? За нашим домом побежал к шарику один. Не, ну вроде отступили. Да, но они уже с другими там воюют. Путем. Строю дальше. Крафчу дальше все. Сука, вот набеги какие-то непонятные, да? Угу. Может, тэфку попробовать изучить, а? Ну, не знаю. У меня, по идее, до нее недалеко. Вроде следующий уровень. Двухстволка у тебя изучена, да? Да. Огнемет? Следующий уровень. Понял. Ну все, здесь больше нехуя. Красный только попробую изучить. И вот эти красные, и вот эти синие. Все, дерево кончилось.
Спасибо.